90... Ну, хорошо, давайте о молодежи. Да. Так мы про молодежи говорим. Когда они запретили участие в предвыборной кампании зарубежных политиков, артистов и так далее, я хочу вам сказать, что я спел сам без Михайлова. Было 30 тысяч человек на последней моей встрече с избирателями. 30 тысяч человек никто не собирал. Это хорошо, знаешь, анонс на подтанцовке в Михайлов. Не, основной... не понял, это без. То есть вы не сказали, что приезжает Михайлов, вы сказали, что я... Это...